Галина приехала в Харьков из Горловки. Живут здесь уже второй год. В семье пятеро детей. Все это время было довольно сложно, рассказывает женщина. Но не так давно открылся совместный проект немецкого и харьковского Красного Креста для переселенцев. Теперь Галина ежемесячно получает в рамках этого проекта несколько ваучеров на каждого члена семьи. По одному в размере 600 гривен на продукты и второму в размере 300 на медикаменты. Ну, проект очень хороший, ну, помощь хорошая. Уже не первый раз они выдают. Как бы и продуктовый набор, ну, что хочешь, что и возьмешь. Любые продукты, лекарства и товары, кроме сигарет и алкоголя, можно купить в большой сети магазинов по ваучеру, выданному Красным Крестом. Этот проект на самом деле не новый. Он продолжение прошлогоднего. Но его отличие состоит в том, что в этом году выдают ваучеры еще и на медикаменты. It was for period of 7 months. Прошлый проект длился 7 месяцев. Этот проект является его продолжением. В этом проекте будет выдано 50 тысяч ваучеров продуктовых и непродуктовых товаров и 50 тысяч аптечных ваучеров в течение 10 месяцев. Наверное, Национальное общество Красного Креста в любой стране, они как никто понимают потребность в помощи другим обществам, которые оказались в такой ситуации. Организаторы рассказывают, что главная цель проекта – повышение уровня продовольственной и медицинской безопасности. Ведь многие переселенцы находятся в сложной материальной ситуации, поэтому гуманитарной помощи они рады и считают, что это больше, чем необходимость. В ближайшем времени пункт выдачи гуманитарной помощи будет работать, а организаторы надеются, что смогут помочь всем нуждающимся. Мария Вовк, Олег Мартынюк, агентство телевидения «Новости».